В России появится новый закон о развитии креативных индустрий. Сегодня его одобрил Совет Федерации. Документ определяет основу правового регулирования сектора и устанавливает условия господдержки, а также предусматривает создание реестра, в который войдут сведения о физических лицах, индивидуальных предпринимателях и компаниях, занятых в этой сфере. В число таких индустрий входят разные виды искусства, мода, дизайн, реклама, разработка программного обеспечения и видеоигр. Напомню, накануне в нашем городе уже во второй раз прошел форум «Креативный Петербург», открывал мероприятие губернатор Александр Беглов. На одной площадке встретились представители творческого бизнеса северной столицы и обсудили будущее отрасли. Добавлю, что Петербург занимает второе место в стране по развитию креативных индустрий. В этой сфере занято порядка 183 тысяч горожан и 57 тысяч организаций. Объем закупок у петербургских поставщиков по итогам первого полугодия составил более 175 миллиардов рублей. Об этом сегодня в своих социальных сетях рассказал вице-губернатор Валерий Москаленко. Совокупное количество подписанных контрактов за этот период более 150 тысяч, а их общая сумма еще больше – 211 миллиардов. Самые крупные из них заключены на выполнение работ по строительству Большого Смоленского моста, проектирование, строительство и капитальный ремонт социальных объектов, а также ремонт дорог общего пользования. Государственные закупки оказывают положительный эффект на развитие экономики Петербурга в первую очередь за счет загрузки городских предприятий дополнительными заказами и роста налоговых поступлений в бюджет. Отмечу, что контрактов с поставщиками из других регионов значительно меньше. За 6 месяцев текущего года выплаты по ним составили порядка 36 миллиардов рублей. Индекс промышленного производства в IT по Петербургу самый большой в стране. По сравнению с прошлым годом, за 5 месяцев текущего, этот показатель вырос в полтора раза. Эксперты объясняют положительную динамику наличием большого числа предприятий, а также профессиональных кадров, которые в северной столице получают образование. У нас порядка 8 вузов входят в рейтинг первой двадцатки по подготовке кадров, а, например, команда по информатике ИТМО, она 6 лет подряд занимает призовые места на мировой олимпиаде по информатике. Добавлю, что с 2021 года в Петербурге реализуется стратегия в области цифровой трансформации. Ее цель – повышение уровня жизни населения, развитие связи между регионами, улучшение здоровья горожан и повышение его образования, в том числе с помощью IT-технологий. Производство духов и одеколонов в России достигло рекордных показателей. По данным оператора системной маркировки «Честный знак», только за первые 6 месяцев 2024-го объем производства парфюмерии в стране составил 51,6 миллионов флаконов. Это максимум за последние 4 года. Петербургские производители выпустили 247 тысяч упаковок различных ароматов, в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го. Больше всего произвели одеколона – 95 тысяч флаконов. Это 39% от всего объема производства и в 3 раза больше, чем в прошлой половине того года. На втором месте парфюмерная вода – более 91 тысячи упаковок, что в 6 раз больше, чем годом ранее. Также в Санкт-Петербурге произвели на 54% больше духов и на 86% больше туалетной воды. Специалисты зафиксировали и динамику цен на этот период. К примеру, духи в Петербурге подешевели на 6%, туалетная вода на 4%, одеколон на 1%. Напомню, что обязательная маркировка парфюмерной продукции стартовала еще в октябре 2020 года. Проверить оригинальность товара можно с помощью мобильного приложения «Честный знак». Вот в завершении выпуска официальный курс валют на выходные. Китайский юань – 11 рублей 83 копейки, доллар – 85 рублей 70 копеек, евро – 92 рубля 83 копейки, шведская крона – 8 рублей 3 копейки.